Нам лучше продолжить путь. Я надеюсь, что ты Довокин. Правда надеюсь. Но мы скоро узнаем наверняка. Империя прогнила насквозь. Они запретили Талоса. Будь настороже. Нам не нужны задержки. Помни, мы не... Ну, началось.
Не думаю, что талмарцы уже прознали про тебя. Так что хоть они нам пока не угрожают. Возможно, нас убьют. Но по крайней выбралась из Ривервуда. Действительно, не сидеть же там всю жизнь. Это знаменитое бандитское логово. Но при этом кратчайший путь в рощу Кин. Так что, возможно, нам придется убить нескольких бандитов. Стой! Это платная дорога. Раскошеливайся. С тебя 200 золотых, если хочешь пользоваться нашей дорогой. Ха, смело болтаешь. Только мы твои кишки скоро на дерево намотаем. Не стоило сюда приходить. Нет на это времени. Давай держаться вместе. Я не хочу, чтобы тебя убили раньше времени. Будь настороже. Нам не нужны задержки. Тогда пойдем. Мы дойдем до Белой реки. И пойдем вдоль нее до Виндхельма. Там повернем на юг, к роще Кин.
Берегись! Близ рощи Кин есть таверна «Деревянное кружево». Слышала, там подают неплохой темный эль. Не сравнится со спящим великаном, конечно. Им надо было быть просторчивее с обедом. Осторожно, волки! Я рада, что ты все-таки доверяешь мне. Конечно, это был не лучший способ познакомиться, но старые привычки... Ну, ты понимаешь. Помни, мы не должны ни во что ввязываться. Нам нужно как можно быстрее добраться до рощи Кин. Уже недалеко. Роща Кин на юго-востоке. Дорога ведет как раз туда. Давай держаться вместе. Я не хочу, чтобы тебя убили раньше времени. Это роща Кин. Смотреть особо не на что. Думаю, в трактире нам скажут, есть ли тут поблизости драконий курган. Подожди, не
Нет, не ходи туда. Это не дракон, он нападает. Ну, не знаю, пока нет. Он улетел за город и сел на старый драконий курган. Не знаю, что там происходит, и выяснять не собираюсь. Быстрей, может быть, слишком поздно. Мы должны узнать, что тут происходит. Борсон, его глаза! Смотри на кровать! Пригнись! Посмотрим, что он натворит. Спокойно. Я не знаю, что происходит. Посмотрим и подождем. Это хуже, чем... Это верно, да? Ты и вправду Довокин.
Я обещала тебе все рассказать, верно? Говори. Отвечу на все вопросы. Ничего не утаю. Я одна из последних клинков. Давным-давно клинки были драконоборцами. Мы служили драконорожденным, величайшим драконоборцам. Более 200 лет с момента гибели последнего драконорожденного императора клинки искали, в чем же теперь наша цель. Теперь драконы возвращаются, и наша цель опять ясна. Мы должны их остановить. Сначала нам нужно выяснить, кто стоит за драконами. Талмар, наш главный подозреваемый. Если это и не их рук дело, они знают чьих. Доказательств нет, пока. Но я нутром чую, что это их рук дело. Имперцы захватили Ульфрика. Война почти закончилась. А потом появился дракон, Ульфрик сбежал, и война снова идет. А теперь драконы нападают на всех без разбору. Скайрим ослаблен. Империя ослаблена. Кому это на руку, кроме Талмара? Если бы мы могли пробраться в Талмарское посольство. Это их штаб-квартира в Скайриме. Проблема в том, что посольство охраняют лучше, чем Скряга свой сундук. Они еще большие параноики, чем я. Я пока не знаю точно. У меня есть несколько идей, но нужно время, чтобы все продумать и подготовить. Встретимся в Ривервуде. Если я не успею туда к твоему приходу, дождись меня. И посматривай на небо. Поверь мне, дальше будет хуже.
молчишь? Ну, что пишется? Он, ну, в общем, благодарит за предложение, но им сейчас не нужна древесина. Да уж, хорошего мало. Поэтому я и не говорила тебе. Вот здорово. Еще бродяга. Небось, идешь в Винхельм и побираешься по дороге? Посторонним нет нужды останавливаться в роще Кин. Иди своей дорогой. Любишь нос везде совать, а? Я была магом в Моровинде. Здесь мои таланты пригодились в шахтах. Я помогаю обезопасить туннели от обвалов. Клянусь Азурой, ну и пекло там бывает. Я из морозной соли делаю зелье, чтоб хоть как-то жару терпеть. Вот соли кончилась. Если тебя не затруднит, то почему и нет? Думаю, как вернешься, я могла бы поучить тебя изменению бесплатно. Угу. Бедный Роги. Если хочешь его поддержать, угости его медом. Он уже давно в роще Кин. Отличный рассказчик, знает, как поддержать настроение. Он мне задолжал много денег за выпивку. Я ему говорю, чтоб забыл и не волновался. Но он упрямый. Настоящий норд. У этого дурня нет денег, чтобы мне заплатить. Поэтому он ужасно переживает, хочет напиться и так до бесконечности. Если скажешь ему, что я простила ему все долги за выпивку, мне точно будет полегче. Может, еще свидимся. Если у тебя есть выпивка, добро пожаловать. Я кто, по-твоему, попрошайка? Моя семья всегда отдавала все долги до последней монеты. Еще со времен Тайбера Септима. Твоя правда. Не пристало Норду отвергать щедрость доброй души. Это уже гордыня. Скажи Идре, что у меня все будет хорошо. Изучаю всю жизнь, можно сказать. Лучший мед из Рифтона, но там я не был много лет. Умеешь его варить? Это, мягко скажем, непросто, уж поверь. Угу. Мой муж тебе уже встречался? Прости, иногда он бывает грубоват. Надеюсь, ты поживешь у нас подольше. Деньги нам совсем не помешают. Хорошо, что он перестанет ныть про свои долги. Роги заложил несколько вещей, когда у него еще было что закладывать. Забирай их. Люди говорят, что в Рифтоне есть кто-то, кто может переделать... лицо. Полностью изменить твой облик. Ты в это веришь? Да чего же я рада тебя видеть?
Надеюсь, ты поживешь у нас подольше. Деньги нам совсем не помешают. Что ты там затеваешь? Однажды, еще мальчишкой, я побывал на Рифтонской медоварне. Ох, если б я так умел. Работа в шахте... Да, я немного путешествовал, но всегда возвращался в рощу Кин. Мой клан одним из первых тут поселился. Легенда гласит, что мой предок Лене нашел шахту, когда полез в темную пещеру, чтобы облегчиться. Слишком много меда выпил. Конечно, есть и другая история о том, как Лене потерял фамильный щит в другой пещере. Тут уж смотря кому верить. Ну, так говорил мой дед. Он клялся, что легенда правдива. Даже нашел пещеру, в которую пошел старый Лене. Если найдешь его, я покажу тебе несколько боевых приемов моего клана. Они все связаны с работой с щитом. Надеюсь, эта история про щит Ленны правдива. Видишь остатки рощи? Это... Ну, это моя работа. Наша с сестрой. У тебя вид утонченного путешественника. Заходи как-нибудь в деревянное кружево. Лучше, чем дома. Ищешь работенку? Мы успели построить лесопилку, прежде чем поняли, что большая роща на холме священна. Так что эти деревья рубить нельзя, и у нас нет денег, чтобы купить лесопилку в другом месте. Вот мы и пытаемся хоть как-то прокормиться здесь, в тундре. Ладно. Однажды, еще мальчишкой, я побывал на Рифтонской медоварне. Ох, если б я так умел. Надеюсь, ты поживешь у нас подольше. Деньги нам совсем не помешают. Я тебя не знаю. Оставь меня в покое. Если ты ищешь, где бы переночевать, питье для жаждущих, пища для голодных. Ладно. Я вообще бы тут не оказалась.
бы не моя идиотка сестра. Работать в шахте тяжело, но мы хорошо платим за любую руду. Что ж, оказывается, молокоеды были правы. Этот дракон нас чуть не прикончил. Теперь отстраиваться. Ага. Поверить не могу. Она дотащила меня аж до этой снежной дыры. Я бы лучше мыкалась в Сиродиле, чем тут. Если эти норды скоро не уймутся, я, может, возьму да и уеду. В Сиродиле хотя бы теплее. Ищешь работенку? Хватай топор и наруби мне побольше дров. Боги улыбаются тебе, друг.
Я все еще здесь. Ладно, что мне понести? Тогда пойдем.
однажды еще... Щит моего клана. Так Лена действительно пошел в эту пещеру, и его сожрали чудовища. Чтобы почтить его память, я покажу тебе пару приемов боя со щитом. Если соберешься уходить из города, скажи, я с удовольствием попутешествую снова. Похоже, с тобой уже кто-то есть. Поглядывай в небо и будь настороже. Дай-ка... Кто-то украл твой сладкий рулет. Что-то не так? Да хранят тебя и в битвах, друг. Работать в шахте тяжело, но мы хорошо платим за любую руду. Работа в шахте опасное дело, но дровение держит дело на плаву. Но еще и надежда на добавочную выпивку. Видишь остатки рощи? Да, ну, это моя работа. Наша с сестрой. Да чего же я рада тебя видеть? Я поверить не могу. Если эти норды скоро не уймутся, я, может, возьму, да и уеду. Все родили хотя бы теплее. Я тебя повсюду ищу. Тебе просили кое-что передать, лично в руки. Посмотрим. Ого! Письмо от Ярла. В гору идешь, не иначе. Ну, вроде все. Ладно, мне пора. Инструмент, оружие, все по хорошей цене. Добро пожаловать в мой скромный караван. Рисат хозяин трех торговых караванов, которые ходят по дорогам Скайрима. Много лет назад я был бездомным сиротой в Коринфе. Я пробрался на борт торгового корабля, и он привез меня сюда. Рисат нашел меня. Он дал денег на снаряжение каравана и велел мне возглавить его. Я навеки в долгу перед ним. На самом деле, даже наоборот. Солдаты — наши лучшие покупатели. Ведь мы поставляем товар, который им иначе никак не добыть. Это Рисат придумал приехать сюда сейчас, когда страна в хаосе. Там, где другие видят только опасность, он видит возможности. Погляди.
пусть дорога приведет тебя в теплые пески. Да благословят тебя луны, странник.